Зенит Севилья в тяжелейший момент в Испании. В концовке игры появляется на поле Могилевец и получает травму после стыка. Причем там было... Ох, как чисто сыграл Белоруков сейчас. Служил аплодисменты публики. Я уж не знаю, будет ли зачтен в нашей статистике удар Брена Идоу. Если нет, тогда вообще ноль ударов у Амкара пока. Корниленко, скидка. И еще. В Перми. Момент. Подрабатывал себе мяч. В итоге нагнали Карлоса Эдуарда. И за боковой. Своим соперникам здесь пока не удается расцветить табло никому своей фамилии. Был очень хороший момент у Смолова в первом тайме, но он его использовать... Белинова и, соответственно, самого Белинова, то он у них уже будет многих полевых футболистов. Я думаю, у них уже Бальда уж точно. Уже одержал победы над ЦСКА, над Динамо и на последних секундах отпустил Локомотив. Ждать какой-то легкости тут, конечно, не приходилось. Перейра и Калешин. Кокорин. Бальбуэна. Ну и Белоруков догоняет Кокорина, выбивает. С мотивациями Амкара все понятно. Здесь, в общем-то, разжевывать больше ничего не стоит и дополнительно объяснять. А многие задаются вопросом, а какая же мотивация у грозненского Терека? Набирается на мяча Александр Бродников. Джало, может получиться интересная контратака. Вернуть бы туда направо Джало. Трудно это сделать Власову, против него двое. В итоге мяч теряет. 84-й номер Мордовии. Аздоев тонко сыграл. Но здесь потеря. Центр пола. Ерохин. Проблемы с обработкой мяча, с дриблингом. Но мяч он этот для команды сохранил. Вот в настырности, в желании. Столица Ганы Акре. Удара поворотом нет. Рабио это полузащитник именно. Не детского возраста, ему 25 лет, по-моему, тоже 89-го года. Или, может быть, 90-го. Назвали его, кстати, родители в честь Джамбуки. Слишком просто. Маурисио. И вы слышали, да, подсказку Рахимова, который призывает быстрее выходить в свою команду. С них укладывающийся принято называть быстрым. Угловой удар зарабатывают грозненцы. Из аренды он уже полноценный игрок Амкара. Мицель. Но много и с нарушением правил. Но в этом чемпионате. Шишкин делает передачу на Ндое. Показывает Безбородов, что можно играть. Прессингует Амкар. Вызвал своих после травм Тарасова и Тигрева. В общем, в порядке Локомотиву был нужен игрок в опорную зону, желательно россиянин, и выбор пал на... Ловишкин не увидел в этом нарушение правил. Сердеров, укротить надо мяч. Это опасная игра, конечно. Это желтый. Опять борьба, Ахмедов. Похоже, что его зацепили, там нет. Можно играть. Пить! Но там расторопно сыграли защитники, и попытка перейти в контратаку у Анжи, но совсем небольшими силами. Опять борьба и опять потери. И снова начинает свою атаку Амкар. А его тут хорошо выбил Аздоев. Диара, длинный пас. Продолжается атака. Аздоев далеко отпустил. Белоруков вмешивается в действие, в ход игры. И мяч. Очень много индивидуальных ошибок. Как вот сейчас у Закари Сиракова. Ндойе смещается в центр. Егоров был рядом и видел, что Белоруков сыграл корректно. Мулумбу. Один в один против Белорукова. Обводит его Белоруков. Какой отбор.